При жаре плюс 33 очень важно выбрать правильную точку. У нас это, по-моему, получилось. Мы находимся рядом с озером. Композиция украшает храм. И самое главное, мы ощущаем полное погружение в аутентичную среду. Рядом кипит жизнь городская, рядом много наших поклонников, любителей творчества русских художников. И самое главное, принимают участие в пленэре ученики, студенты, педагоги со стороны индийских наших коллег. Спасибо.